И всем доброго дня. Сегодня у нас, наверное, будет последний ролик про гипсокартон. Я уже устал тут торчать столько времени, и скорость нет, а слова совсем. Приходится выравнивать все по четкости, по уровню. Нам приходится максимально прижиматься к потолку. Очень неудобно, особенно в местах, где мы красиво укладывали кабель. Столько нюансов возникает, столько работ. Поэтому уже как-то скучно, уже даже нет настроения снимать. Поэтому сегодня будет последняя серия. В эту серию мы вместим полностью обшивку, монтаж треков и так далее и тому подобное. И все, у нас будет новая работа. У нас будет месяц выходного пособия. То есть я буду не на квартире. Карты открывать не буду, но я думаю, вам понравится. Но это не точно. Так вот, сегодня мы будем обшивать вторым слоем весь гипсокартон. Гипсокартон приехал, смонтируем треки, все подключим. И подсобника у нас нету, поэтому сейчас приедет директор этой компании, оденет робу, и мы будем работать с ним. Да, момент, а ваш директор такой может? А вот мой может. Итак, что у нас тут у чешского плиточника? Он закончил у нас полностью плитку, сделал крутой замочек. Шпоньк, о, уля-ля. Шпоньк, затер швы уже. Просто великолепно, мне бы так дома кто сделал. И, так, смотрите, у нас тут закладные под датчики протечки. Классно, да? Эх, мне бы такой ремонтик. Классно! К сожалению, при монтаже гипсокартона у нас так же классно не получится. Но мы постараемся. В общем, ждем директора и начнем работку. А, точняк, я же закладные не сделал еще под будущий шкаф. У нас тут вот закладные должны быть. Тут вот такая конструкция будет. Книжно-прозрачное разделение комнаты. Сейчас пока напилю. Да, быстро не получилось. Два дня потратили на то, чтобы сделать первый слой гипсокартона кухни-гостиной. Из-за вот этих вот чудных треков
то эти полосочки, они целиковые. Видите, здесь швов нету. То есть деталь как бы целиковая. И сверху еще будет целиковая. И все эти стыки, это вообще очень весело. Вот эта бандура, называется трек. Трековое освещение. По-моему, такая штучка стоит 10 тысяч. Если ее уронить, будет весело. Но это еще не сам свет. Вот такая бандура стоит десяточку. И еще светильник, который вставляется. Там такая ячейка ходячая. Где-то от 3 начинается. Вот, кстати, по контуру квадрат сделать. То есть у нас сейчас 2 полоски. Если был квадрат полностью, то можно каждый день, каждый месяц настраивать трек, освещение, там, иллюминацию, как хочешь. И вот тут 4 палочки. Вот, сорокет. Вот тут еще 5-я палочка. Ни разу их не собирал, не подключал. Открыл инструкцию, и там непонятно, что это за буковки. Сейчас буду изучать дальше. А и Б, все. А и Б сидели на трубе. Что нужно подключать, я так и не понял. Но надо что-то сделать. Плюс сейчас будем заниматься интересным делом. Так, и теперь нужно, получается, чтобы наш трек хорошо встал в прорезь, нужно сделать потайное отверстие. Сначала сверлом, потом его рассверлить, углубить, чтобы саморезик утонул и ничего не цепляло. Иначе гипсокартон не встанет, будет горка, будет печаль. Да, там еще не все приколюхи. Из-за того, что толщина здесь где-то 2 мм, нужно будет нижнюю часть гипсокартона на чистовом фрезой стачивать. Я теперь точно понял, что думал, что гипсокартон не мое. Нет, я уточнил, вообще не мое. Наверное, это моя последняя работа по гипсу. Как дела плиточника? Он балуется синькой. Он. Володя. Что-то на чешском сказал. Ладно, погнали. Там под ванной была легкая пенная вечеринка. Ванну запенили, поставили, уже собрали коробушку, уже плитка пошла. А я все еще откисаю с потолками.
Но это финал, все. Потолки полностью готовы. В два слоя из гипсокартона. С разбежкой кучили. Сейчас я поднимусь, покажу. Вот треки собрали. Мы их уже проверили. Это такая фигня, смотрите. Ее куда ни подвинь, она будет светить. Заусовку сделали, как положено. Отступы, демпферы. В общем, полный отстой. Я больше на гипсокартон не пойду. Все, я устал. Здесь какая-то площадь. Здесь еще больше площадь. Смотрите, сколько треков. Раз, два, три, четыре. Ниша над кухней. Еще ниже находится коридор. Там люк. Два санузла. А, да, и гардеробная здесь. Все, хватит. Я уже устал. Я уже собрал свои вещички. Так, вот это не мое. Вот это мое. Приезжали мы с Толяном, уезжать я буду один. Класс. Все, это последняя серия. В принципе, тут дальше сейчас пойдут доделки по плиточным работам. Будет полностью сделано. Потом начинается малярка, покраска, паркет. Ну и все. И потом, возможно, мы еще раз приедем, чтобы подключить все точки, все светильники, чтобы вот такая картинка была. Но это не точно. Я пойду грузиться, паковаться. Пора домой. Все. Видите, не берился. Месяц на объекте жил. Алексей, добрый вечер. Есть вакансия поехать душевно отдохнуть и во время душевного отдыха, так, слегка, самую малость, надо построить дом. 10 на 14. Это поинтереснее, чем твой гипсокартон.